Ну рассказывай, я весь внимание. Долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И что в безрез... Стоять! Спрячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой и что здесь делаешь? Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о клыке, тебе прямая дорога туда. Что скажешь, брат? Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение! Наемник, проверь, что случилось! Сообща мы сохраним.